ได้สวัสดีครับผมครับผมว้าวได้ครับА сейчас мы плывем на таком бамбуковом плоту. Ноги у нас в воде. Единственное, что вот эта вот подставочка защищает нашу одежду от воды, но практически мы в воде. Вот, и мы плывем, сплавляемся по реке Пай в городе Пай. Это очень прикольно. Мы везем с собой компьютер и очень здорово рискуем, что если мы пойдем в воду, компьютеры падут тоже. Ну, в этом, наверное, и есть. Кстати, сейчас Пай очень сильно обмелел. Река обмелела. Я, теперь даже не знаю, как мы проедем тут. Вот мы прошли. Мы уже на мели. Мы только выехали, уже на мели. Да. Утонуть нам здесь не удастся. Это точно. Медитация. Я сейчас сижу и понимаю, насколько это круто. Тишина, где-то раздаются птицы, и мы медленно-медленно плывем по реке. А еще наш, как это сказать, кто это, водитель нашего плота напевает песенку, насвистывает.
ради хорошего кадра мой муж и оператор одновременно очень рискует сейчас, потели свои камеры, компьютер, стал практически на грани бамбукового. Вася, давай, быстро садись. Пожалуйста, сядь, Вася. Трусиха. Какая трусиха, Вася, не нужно... Падал? А, хочешь погрести? Ходить тут практически невозможно, но очень здорово.